В Владивостоке состоялось торжественное открытие первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья». Старт главному спортивному событию этого лета дал губернатор Олег Кожемяка. Уверен, «Дети Приморья» станут новой визитной карточкой региона, а вы все участниками исторического события. Ведь спорт – это норма жизни для края. И очень важно, чтобы дети могли заниматься с самого раннего возраста. Ведь они будущее нашей великой страны. Оно должно быть сильным и здоровым. Дорогие ребята, уверен, что вам навсегда запомнятся эти дни. Здесь вы обретете не только соперников, но и друзей. По беговой дорожке стадиона «Динамо» прошел яркий парад спортсменов из 34 муниципалитетов края, сборных субъектов Российской Федерации, команды Белоруссии и Китая. Ровные строи спортсменов пестрили яркими формами, флагами и радостными лицами. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу и яркие творческие музыкальные номера. В конце праздника на сцене появилась певица «Елка». Также ярким завершением стал фейерверк в честь Дня города, который прекрасно вписался в праздничную атмосферу. Первые международные спортивные игры «Дети Приморья» будут проходить до 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяка. Участники на 8 площадках города поборются за медали в 11 видах спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, легкая тяжелая атлетика, бокс, самбо, спортивная борьба, плавание, настольный теннис и бадминтон. Анна Дьякова, новости на 8.